Это только несколько товаров, у которых тысячи заказов, и они очень популярны. Сейчас я вам расскажу и про другие устройства. Всем привет! Какие товары очень популярны? Что же покупает себе больше всего? Какое же устройство выбрать? Сейчас я отвечу на эти и множество других вопросов, так как в этом видео я собрал 15 товаров, у которых десятки тысяч заказов, а это значит, что они качественные, современные и за хорошую цену. И если видео вам понравится и вы поддержите его лайком, то я сделаю еще видео с популярными товарами. Я потратил много времени и сил на ролик, так что поставьте, пожалуйста, лайк и досмотрите ролик до конца, будет очень интересно. Приятного просмотра! Xiaomi Redmi Note 8 Pro и около 20 тысяч заказов. Xiaomi Redmi Note оснащен 6,5-дюймовым Full HD Plus экраном, который занимает почти 92% площади фронтальной панели. Он обрамлен практически незаметными рамками, ширина которых по бокам составляет всего 1,8 мм, сверху 2 мм и снизу 4,2 мм соответственно. Экран защищен 3D-стеклом повышенной прочности Gorilla Glass. Redmi Note 8 Pro заключен в тонкий стильный корпус с закругленными гранями и выверенными пропорциями. Задняя панель покрыта прочным 3D-стеклом, которое мягко переливается всеми оттенками насыщенного цвета, что подчеркивает высокий статус устройства. Продуманная эргономика и удобное расположение элементов управления обеспечивают комфортные ощущения от использования. Рассказывать про телефон можно очень долго, затягивать не буду, но сказать, что телефон годный, могу. Тем более, что у продавца около 20 тысяч заказов, и он реально популярен. Дешевый SSD от Gold & Fear с около 50 тысяч заказов. Ни для кого не секрет, что самое узкое место по скорости передачи информации в ноутбуке или компьютере – это винчестер. С появлением твердотелых накопителей у вас есть возможность избавиться от этой проблемы и подарить вашему ноутбуку вторую жизнь. Если вам надоело ждать, пока включится компьютер или ноутбук и загрузятся все ваши приложения, избавляйтесь от старого жесткого диска и переходите на SSD-диск. Такой накопитель радикально повышает отзывчивость компьютерных систем. Форм-факторы для различных систем, мощный интерфейс SATA 3 6 ГБ на секунду, совместимость SATA 2 и SATA 1 обеспечит включение вашего ноутбука и загрузку приложений в несколько раз быстрее. SSD сочетает в себе высокое быстродействие и приемлемую цену, а широкий модельный ряд позволит каждому покупателю выбрать именно тот SSD-диск, который ему оптимально подходит. На странице продавца есть SSD от 16 до 720 ГБ. И не забывайте всегда читать отзывы про товар, который вы покупаете. Полезный набор отверток 25 в одном. В нем имеются все необходимые насадки, собранные в компактном и удобном чехле. Насадки разных видов – плоские, крестообразные, трехпалые, пятиконечные и звездообразные. Набор отверток 25.1 подходит для ремонта большинства цифровых устройств, различных компьютерных девайсов, мобильных телефонов, смартфонов, цифровых камер, очков, часов и тому подобных девайсов. Изготовлены насадки из качественных материалов, уложены в чехол, что позволит всегда брать отвертку с 25 насадками для ремонта телефона с собой и не бояться о потере комплектующих. Металлическая флешка с USB 3.0 и 38 тысяч заказов. Это прекрасный образец современных устройств, которые больше похожи на стильные аксессуары. Металлический корпус хранит в себе объемный накопитель для файлов разного формата. Его небольшие размеры позволяют всегда иметь устройство при себе и при необходимости скачивать на него информацию с помощью USB 3.0 порта. Флешка обеспечивает высокие скорости, позволяющие экономить время при передаче или сохранении файлов. Его пользующаяся спросом прочная конструкция с металлическим корпусом и прочным кольцом для фиксации может быть дополнена вашим логотипом или цифровыми файлами для рекламы вашей организации и бренда. В общем, если нужна популярная и защищенная флешка, то присмотритесь к данному экземпляру. Bluetooth-наушники с 95 тысячами заказов. Наушники Hi-Low GT1 для тех, кто ценит качественный чистый звук с мощным басом. Простой, но в то же время утонченный дизайн и быстрое автоматическое сопряжение выделяют затычки среди других похожих моделей. Есть HD-микрофон, позволяющий отвечать на звонки, шумоподавление DSP и защита от влаги IPX5. На корпусе присутствует индикатор подключения и мультитач-кнопка управления, одно прикосновение к которой остановит или продолжит проигрывание трека. Двойное касание – ответить или завершить звонок, а тройное – вызовет голосового помощника. Соединяются наушники по энергоэкономичному Bluetooth 5.0 с длительностью работы в 3,5 часа и более стабильной передачей данных между устройствами.
Емкость аккумулятора в наушниках по 43 мАч. В зарядном чехле кейсе 310 мАч. Этого будет достаточно для 3-4 полных зарядок. Пластиковый чехол имеет крышку и, собственно, предотвратит попадание грязи любого рода в этот девайс. ТВ-приставка H96 Max. Это приставка нового поколения, которая порадует не только техническим оснащением и ценой, а также удобством, компактностью и стильным дизайном. При изготовлении данной модели производители использовали процессор Rockchip RK3318, который выделяется на фоне остальных высоким показателем и доступной стоимостью. Что же касается оперативной памяти, то здесь производители выбирают несколько комплектаций на 2 и на 4 ГБ, формат DDR3. Отдельно стоит отметить объем встроенной памяти. На выбор клиентам следующие варианты бокса на 16, 32 или 64 ГБ. В зависимости от того, сколько данных необходимо хранить на встроенном жестком диске, выбирают одну из сборок. Для телевизионного бокса была выбрана операционная система Android, версия 9.0. Данная ОС полюбилась многим пользователям за счет мультизадачности. Несмотря на большое количество программ, разработанных по данную платформу, их число продолжает расти. Проблем с выбором игровых или любых других приложений у пользователя ОС Android не возникнет. Карта памяти microSD SanDisk и 62 тысячи заказов. SanDisk находится в авангарде инноваций в сфере цифровых устройств хранения данных, создает революционные устройства и генерирует передовые идеи, расширяющие границы возможностей. Технология флеш-памяти SanDisk используют во многих крупнейших центрах обработки данных, в самых современных смартфонах, планшетах и ноутбуках. Карта памяти SanDisk Ultra позволит вам с легкостью снимать любые ваши моменты, а также переносить и всегда хранить снимки под рукой. С объемом памяти до 128 ГБ вам больше не придется ломать голову над тем, что оставить, а что удалить. Этой карте памяти присвоен класс скорости 10 за качество записи видео, а что значит, что вы можете снимать в формате Full HD и даже 4K без потери кадров. А благодаря большому объему памяти вы можете сохранить большое количество видеофайлов в формате Full HD до необходимости их переноса на компьютер. Приложение SanDisk Memory Zone, доступно в магазине Google Play, позволит вам без труда просматривать и копировать файлы из памяти телефона на любой носитель. Предусмотрена функция автоматического переноса файлов со встроенного накопителя на карту памяти. Аккумуляторы 18650 Litocal и 44 тысячи заказов. Аккумуляторы Litocal похожи по характеристикам на популярные Panasonic, но в отличие от Panasonic, Litocal имеют более доступную цену. Реальная емкость аккумулятора составляет 3200-3300 мАч, поэтому данные элементы можно использовать в различных устройствах со средним и большим потреблением энергии. Аккумуляторы Litocal станут превосходным решением для питания светодиодных фонарей, пультов управления, игровых консолей, для создания аккумуляторных сборок для электровелосипедов и электросамокатов. На каждом аккумуляторе присутствует фирменная наклейка с QR-кодом и логотипом производителя. Наличие данной маркировки защищает аккумуляторы от подделок и гарантирует вам оригинальность и высокое качество продукции. Зарядные устройства с 18 ваттами для зарядки и 76 тысяч заказов. Зарядные устройства поддерживают новейшую технологию быстрой зарядки Qualcomm QuickCharge 3.0. Она автоматически идентифицирует тип подключенного устройства, гибко регулирует напряжение и силу тока и максимально быстро заряжает устройство. QuickCharge 3.0 позволяет динамично настроиться на необходимое для батареи напряжение. Пока батарея заряжается, она постепенно снижает необходимую силу тока. В частности, из-за этого остальные 20% заряжаются дольше. Новая технология оптимизирует подаваемое напряжение во время зарядки и изрядно увеличивает срок эксплуатации батарей заряжаемых устройств. В результате снижаются ненужные затраты энергии при зарядке, и батарея нагревается меньше. Поскольку лишняя энергия не выделяется как тепло, то работа батареи будет долговечней. Шуруповерт DECA с аккумом на 12 и на 16 вольт. Аккумуляторный шуруповерт DECA модели Loner 16 вольт – это инструмент, который работает на литий-ионном элементе питания. Также он удобен в использовании, так как не зависит от электросети и имеет две батареи в комплекте. Благодаря тому, что зарядка длится всего час, а дозаряжать батарею можно в любой момент, инструмент обеспечивает практически непрерывную работу. Мощность шуруповерта определяется напряжением аккумулятора, что составляет 16 Вт, чего достаточно для осуществления большого спектра работ по дереву и стали. Например, максимальный диаметр сверления стали у нас 8 мм, а дерево 22 мм. Максимальный крутящий момент, уровень нагрузки, составляет 32 ньютон-метра. Этого хватает даже для тугих саморезов и для сверления отверстий разного диаметра.
Такие характеристики позволяют использовать данный инструмент при работе с различными материалами и разной степенью сложности. Конструкция самого шуруповерта технически продуманная, а вес 1,1 кг позволяет с легкостью использовать его в разных местах. Удобное использование инструмента обеспечивает прорезиненная рукоятка, а также расположение кнопок реверса и пуска. Нестандартный автомобильный держатель. Новая модель держателя телефона в автомобиль не имеет магнита, удерживает устройство путем захвата по 6 точкам. Используется в дороге, позволяя удобно расположить телефон рядом с собой. В отличие от других зарядных устройств, установленных на приборной панели или лобовом стекле, это установлено на вентиляционном отверстии, совместимо с большинством автомобильных вентиляционных отверстий. Самое главное, он не будет блокировать вашу линию видимости во время вождения, и устройство очень просто в эксплуатации. Вы можете поместить свой мобильный телефон в телефон крепления одной рукой, и держатель телефона автоматически будет держать телефон, что супер удобно. Контактная поверхность кронштейна и мобильного телефона имеет специальную противоударную конструкцию. Это поможет держать телефон в напряжении, избежать тряски и ненормальных шумов, а также всегда будет защищать ваш мобильный телефон. Удобный и компактный налобный тактический фонарь. За счет питания только от одного аккумулятора 18650 гораздо легче аналогов. Регулируемые ремни на голову, эргономичный дизайн, два независимых светодиода, что еще нужно бюджетному фонарю? Заряжается от стандартной зарядки USB, ему не нужны специальные зарядные устройства. Есть 6 режимов свечения, по 3 на каждый диод. Есть индикация заряда, в разряженном состоянии светится красным, при полном заряде зеленым. Есть наклон на 45 градусов. Подходит такой фонарь для кемпинга, альпинизма, пешего туризма, ночной рыбалки и других видов активного отдыха. А также, кстати, в машине пригодится что-то починить, по себе знаю. А еще фонарь водостойкий, его можно использовать в дождливую погоду, но все же полностью погружать его в воду не стоит. Робот-пылесос Alive V50 для сухой уборки. Для тех, кто считает уборку, отнимающей время и силы, проблемой, изобрели роботы-пылесосы. Такие гаджеты постоянно модернизируются, и сегодня умный пылесос – это устройство с набором режимов и функций, решающие множество задач. Гаджет может легко собирать мусор, волосы, грязь, арахис и крошки. Всасывающий канал не забивается и позволяет легко собирать волосы и мех. Просто прикрепите чистящую подушку из нановолокон, и V50 сможет легко стереть пятна и грязь на твердом полу, что обеспечит лучший эффект от уборки. Высокоэффективные фильтры захватывают мелкие частицы пыли и уменьшают количество аллергенов, чтобы поддерживать чистоту вашего дома. Аккумулятор большой емкости позволяет V50 очищать большую площадь на одном заряде. Когда батарея разряжается, он автоматически возвращается к зарядной станции. Благодаря высокопроизводительным фильтрам пылесос отловит мельчайшие частицы и снизит уровень аллергена в доме, а специальные чистящие подушки из нановолокон на дне аппарата помогут протереть пол от разводов и пятен. Многофункциональный быстросъемный автомобильный видеорегистратор с качественной оптикой и встроенным Wi-Fi модулем, а также с 30 тысячами заказов. Этот гаджет обеспечит высокий уровень безопасности вашему автомобилю во время стоянки и в течение поездки. Регистратор оснащен высокоточными датчиками, которые фиксируют ситуацию вокруг и предупреждают о возможных неприятностях. Эксплуатация автомобиля с умным регистратором станет более комфортной и безопасной. Регистратор осуществляет видеосъемку с разрешением 2592 на 1944 пикселя с VDR, используя 5-мегапиксельную камеру с сенсором Sony IMX335 и диафрагмой f1.8. Полученное изображение отличается превосходной четкостью и детализацией. Объектив регистратора имеет охват в 140 градусов, что позволяет ему фиксировать обе полосы дороги, номера проезжающих автомобилей и предметы на обочине. Даже если за окном авто плохая видимость, это не помешает получить четкое видео на записи. Специальная функция Defog задействует алгоритмы улучшения изображения, если запись велась в тумане, снегопаде или при направленном засвете. Цифровой штангенциркуль, у которого 24 тысячи заказов. Это универсальное изобретение, что является прибором для измерения параметров любых поверхностей, глубин отверстий, снаружи и внутри замеров. Не нужно больше всматриваться в детали измерения на обычном приборе. В данном изобретении все великолепно выводится на жидкокристаллический дисплей, четко и организованно.
Цифровой штангенциркуль часто используется в искусстве, медицине, машиностроении, в электротехнических вопросах, и никогда не знаешь, в какой отрасли еще с прибором столкнешься. Он изготовлен в лучших тенденциях современного мира. Прочная закаленная сталь, измерения в диаметре, глубина, ширина и, конечно же, длина. И все это организовано в компактный кейс из пластика. Вот такие гаджеты пользуются большой популярностью. Все ссылки на эти устройства есть в описании. Переходите и ознакомьтесь ближе с их характеристиками. А также пишите, какие из товаров вам больше всего понравились и пригодились бы. Спасибо большое всем, кто ставит лайк и подписывается на канал. Мне очень приятно. Также нажимайте, пожалуйста, на колокольчик, который находится возле кнопки подписаться. Так вы будете получать мои уведомления вовремя и посмотрите ролик одним из первых. Был рад сегодня для вас стараться. Хорошего вам вечера и пока-пока. Дальше будет еще много-много интересного.